Здравствуйте. В студии Дмитрий Дмитриев. Вы смотрите новости Липецкого времени. Мы начинаем, и вот о чем вам сегодня расскажем. Выгодный маршрут. Как сохранить льготы при оплате проезда картой в общественном транспорте? Сладкий день рождения. Торгово-промышленная палата региона отметила свое 29-летие концертом и медовым угощением. Перезагрузка продолжается. В ЕЦ жители улицы Матросова дождались ремонта дороги. А теперь об этих и других событиях более подробно. Расплатиться за проезд и не потерять льготы. Теперь это возможно сделать не только транспортной, но и банковской картой МИР.